всем, друзья мои, рад вас всех приветствовать на своем канале. Приятного аппетита, если кто-то кушает и смотрит это видео. Ну что, поехали. Сегодня у нас на распаковке целая куча посылок из Китая. Причем посылки такие немалых размеров. Давайте, наверное, потихонечку открывать. Посмотрим, что к чему и почему. Так, в этой посылке должен быть у нас Huawei Honor 9 Lite. Так, ну тут он и есть. Йо, какой-то еще бумага внутри. Туалетный, не туалетный. Спасибо за заказ. Такое ощущение, что он бумагу уже использовал, вытер и мне прислал. Так. О, подарок прислал, ребята. Не что иное, как бампер. Ну, мелочь, а штука приятная. Так. Так, Honor 9 Lite уже открытый. Значит, здесь что-то кто-то проверял. Либо же прошивал. Угу. Сам телефончик. Вот такой. Вот. Модный, 18 на 9. В общем, поглядим, что тут будет. Ценник у него в районе там 11 тысяч рублей. Так, вот это напихал товарищ по самое мое почтение. Еще и денег положил на сдачу, видимо. Так, это у нас стекло, причем стекло фуловое, то есть на весь экран должно залезть. Ептить. Ну все. Ребятушки, я, по-моему, богат. 5 юаней. Ёптить, осталось только в Китай поехать. Йоу, ну тут просто отрисовал невиданной щедрости. Еще у нас плюс к этому пленочка. Ну это ладно, понятно. Бесполезные бумажечки. Пластиковый бампер. Тот был силиконовый, этот пластиковый. Ну просто я не знаю. Аттракцион невиданной щедрости. Ссылку на продавца, естественно, укажу в описании. Так, здесь у нас скрепочка. Вот она. Так, ну и тут у нас что? Вилка. Вилка, судя по весу, да, 2-амперная, 5-вольтовая. Здесь у нас кабель. Микро-USB. Единственное только, что, дорогой мой друг, по-моему, забыл, то, что мы не в Китае, и желательно было бы, чтобы у нас переходник был бы на нашу родненькую розеточку. Ну, все поположил. Вот все, что можно и не можно. А переходник забыл. Ну, ладно, бро, спасибо тебе, мой дорогой китайский друг, за всю вот эту вот штуку. Так, пока мы его сейчас включим и уберем в сторонку, пусть прогружается. О, Power by Android. Ну, в руке лежит прикольно. Здесь, ребята, недалеко его конкурент на обзор и на сравнение в виде Mi A1. Ну, как конкурент. Решил я в одинаковой стоимости поискать более-менее какие-то смартфончики. Так, тут что у нас? Осторожно. Наверное, обмыть. Но обмыть потом будем. Когда откроем, тогда и обмоем. Так. Здесь у нас должен быть тач для планшетника. Ну, вам, я думаю, менее интересен он. А вот моему младшему научному сотруднику, который остался без планшетника, это будет, да, это будет подарок номер один. Так, тут пупырка. Touch. Вот это у нас на Текласт P8, по-моему, называется. Такой старичок у меня есть, который верой и правдой мне служит уже, я не знаю, больше
больше, наверное, 3 лет. И единственное, вот разбил экран. Так, ну и самая большая коробочка. Это, ребята, заказывалось с Гирбеста. Выбирал почту Азербайджана. Нравится мне, как она доставляет посылки. Достаточно резво это происходит. Не знаю, каким чудесным образом из Китая посылки попадают в Азербайджан там и прочее такое. Но вот такое вот чудо. Здесь у нас, ребята, микрофон. Решил я попробовать избавиться от некоторой ламповости своих обзоров, потому что я их пишу практически без дублей, пытаюсь заучить текст, либо же импровизирую. Но, судя по всему, больше народу нравится, когда все озвучено заранее. Поэтому здесь у нас не что иное, как студийный микрофон. Так, это что у нас? Ага, доставочный лист. Так, пусто. Да, коробка, конечно, запакована в стиле Жербеста. То есть никак не запакована. Так. Ой, вот такой вот микрофон. Конденсаторный. За совет по выбору большое спасибо моему хорошему другу Вовке Полякову. Он же, для тех, кто знает, MC One Polar. Это парень, который помогал мне с видосом к смартфону Айла X. Я у него на студии записывал такую жалкую подобию какого-то там Рябчинского. И он из набора моих натуральных фраз умудрился насобирать что-то похожее даже на песню. В моем исполнении, конечно, звучащую дико, но все-таки песню. Так, что мы имеем? Так, 30 Гц, 20 тысяч килогерц, это частотный диапазон. Так, вот это я-то даже не представляю, что это такое. Лоудес, нижний пороговый уровень, 120 дБ, сигнал 70 дБ, чувствительность 32, минус 32 дБ, плюс 2 дБ. Так, ну, короче говоря, ребята, честно сказать, в микрофонах я полный ноль. Вот сказал он мне вот этот микрофон брать, что это самый лучший микрофон за свои деньги. То есть это the best of the best. Он с этого тоже начинал, как бы. Блин, где ж тут модель-то, идритская сила. Модель. Блин, ну на нем же должно быть написано, я думаю. Вот он. Модель у нас BN100FX. Вот. Ссылку на все, что тут распаковал, оставлю в описании под видео. Так что, кому что интересно, можно будет пройти и посмотреть. Так, ну пока мы тут распаковывали, все это дело прогрузилось. Блин, ну телефон, ребята, конечно, шикарнейший. Вот от слова великолепный. Не знаю, мне очень нравится. Вот. Так. Единственное, что с оболочкой от Honor я особо не знаком. Так. А где же у нас Language System Update About Phone. Вот Language and Input. Так, здесь у нас Language English. Add Language. Где-то тут должен быть, вот, смотрите, русский, украинский. В общем, каких-то только нету. Ну, мы выберем Россия. Так, вот это, наверное, даже поставим, ну, приоритетным. Кнопки на экранные, как и ожидалось.
Ой, тут что-то тут такое. Так, а давайте мы, блин, что ж такое. О, сливки, прям как я люблю, сразу, без всяких этих. Так, данное местоположение. Так, минимальный порог яркости. Ну, видите, да, минимальный порог просто прекрасный. Это вам не какие-нибудь там китайфоны. Вот, ребята, вот этот телефончик стоит 11 тысяч рублей. И какой-нибудь, я не знаю, Yumi DJS 2 стоит там 14 тысяч рублей, да? Куда ему вот этой вот раклите до вот этого прибора? Да никуда. Тут и я вынужден возить такие вот аппараты для того, чтобы вам их продемонстрировать. Но себе-то, я думаю, вряд ли я бы оставил какой-нибудь, я не знаю, Yumi Digi или Ulefone какой-нибудь там K10 тысяч, что там идет. Не знаю, эти дорогущие модели, непонятно с чего там ценники вообще взявшиеся. Вот, так, о телефоне. Honor 9 Lite, модель LLDAL10. Блин, ну, они там жестко различаются. Версия китайская и версия европейская. По-моему, в европейской версии не только там Band 20 присутствует, но еще и NFC завезли, а здесь, к сожалению, нет. Android 8 на борту уже, сразу же. Процессор Kirin 659, 3 гига оператива и 32 встроенной памяти. Ну, на сегодняшний день я считаю, что достаточно все и неплохо по памяти и по встроенной памяти тоже все, в принципе, норм. Вот, все у нас, ребята, все на русском языке. Ну, тут, видите, нет такого. Блин, но ощущение, когда его в руку берешь, блин, ну классный, он тоненький, блин, симпатичный, крайне симпатичный. Так. Вот это батарея, экран, цветовая температура, можно поставить тепло, холодно, то есть оттенки больше красного, больше синего. Защита зрения здесь для тех, кто любит по ночам втыкать в телефон. Так. Угу. Все приложения на рабочем столе. Угу. Дальше что? Что-то должно сейчас прогрузиться. Ну, не очень я понял, что это. Ладно, будем разбираться. А, здесь менюха появилась, наверное. Да, здесь менюшка появилась. То есть, раньше было... Сейчас менюха, вышка. Ну, кому как нравится. Так, ну, звук давайте так по минимуму. Блин. Звук классный, чисто все, отлично играет, просто шикарнейше. Так, управление одной рукой. Ё-моё, тут, ребята, все, черт ноги поломает. Датчик отпечатка пальца. Так, камера здесь у нас двойная, ребята, и двойная камера здесь не просто так для галочки, она здесь реально работающая. О! Ёлки-палки, отражение включено. Давайте посмотрим. Блин, ну шикардос. Что, на мой взгляд, вообще шикарно. Так, ну это понятно. Как теперь нам другую камеру включить? Ага, вот так. Это у нас живые фото. А вот это вот широкая диафрагма. Блин, и пофоткать-то особо нечего. О! Нам же китаец денег прислал. Ну, видимо, с намеком, чтобы я купил себе. Переходник.
за 5 юаней, чтобы не купить. Идет загрузка, и что? Ну, качество картинки, видите? Ну, блин, шикарно, просто шикардос. Шикардос, шикардосненько. Так, ну что, ребята, пока мне все очень нравится, прям вообще, прям мое почтение. О, ну, хорош, я думаю, чтобы не затягивать. Видос пора заканчивать. Так, если вам понравился видео нашей сегодняшней распаковки, можно и лайк поставить, подписаться на канал, дабы не пропустить обзоры, которые тут уже телефоном, блин, больше, чем я успеваю обозревать. Вот. Ну, ребята, не забываем про группу ВКонтакте. Там тоже много чего интересного из мира телефонии, да и не только. Ну, а теперь пока-пока.